Состоялось очередное заседание Совета депутатов Люберец. На повестке дня 5 вопросов. Один из главных – отчет о результатах деятельности главы и администрации округа за 2021 год. Перед жителями Владимир Ружицкий выступил с отчетом о проделанной работе еще 17 февраля. Позже его обсудили на депутатских комиссиях. Результаты народные избранники признали удовлетворительными. Спасибо, ну и взвешенного такого терпеливого отношения ко всему, что происходит, дабы нам выполнять те задачи, которые перед нами ставят наши жители. С отчетом о депутатской деятельности за прошлый год выступил и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. За 12 месяцев в адрес парламентария поступило более 13 тысяч наказов от люберчан. В своем выступлении он отдельно остановился на мерах социальной поддержки льготников. В 2021 году были увеличены ежемесячные пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В частности, для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, выплаты увеличены до 6 тысяч рублей. Вообще, в 2022 году на социальную поддержку жителей Подмосковья будет направлено порядка 80 миллиардов рублей. На заседании также обсудили работу контрольно-счетной палаты округа, молодежного парламента и другие вопросы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.